Здравствуйте. Предоставлен макет солнечной электростанции на 2 мегаватта с использованием солнечных батарей и вот ветровых электрогенераторов. Какие вопросы вас еще интересуют? Сколько площадь займет земли? Площадь земли займет ориентировочно где-то 30 соток. 30 соток. Сколько приблизительно вложений нужно и через какой срок окупаемости, какой вы можете ориентировочный срок? Срок окупаемости по сегодняшним условиям лет 6, от 6 до 7 лет, скажем так. Вложений, счет идет больше миллиона долларов. Какую вы фирму представляете? Мы представляем компанию ETL Group. В каком городе? Город Днепр. Зарядники ваши? Да, это наша дочерняя компания, называется Flash Charge. Вот. Стараемся развивать зарядную инфраструктуру для электроавтомобилей. Ваши где-то установлены зарядные станции? Да, конечно. Где? Наши зарядные станции установлены в нескольких городах Украины. Это Днепр, Мелитополь, Запорожье, Кривой Рог, Каменское. Для частных хозяйств подходит? Да. На данном стенде предоставлены зарядные станции частного и коммерческого использования, которые предусматривают установку пилинга и монетизации зарядной сети. Что это значит? Это значит, что имея, допустим, свое кафе, ресторан или парковочное место, вы можете электроэнергию продавать по установленному вами тарифу. Каждая станция предусматривает установку приложения, которое отображает как количество зарядных сессий, их мощность и позволяет включать зарядную станцию на расстоянии посредством Wi-Fi. То есть, сидя в одном месте, вы можете включить зарядку своего автомобиля в той локации, где он расположен.